укрепление сотрудничества. Полицейские области подписали меморандум о взаимодействии с Палатой предпринимателей. Стороны намерены бороться с незаконной реализацией алкогольной продукции и нелегальными пассажирскими перевозками. Подробнее расскажет Гульнара Кали. Это уже не первый меморандум полицейских с предпринимателями. Подобный был подписан в прошлом году. Взаимное сотрудничество позволило на 12% снизить количество преступлений, которые североказахстанцы совершают в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем ведется жесткий контроль всех бизнесменов, которые занимаются реализацией спиртных напитков. Только за 3 месяца 2016-го выявлено более сотни нарушений законодательства. 44 факта реализации алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года, 13 фактов реализации алкогольной продукции с нарушением установленного времени их продажи и 13 нарушений незаконного нарушения правил оборота этилового спирта и реализации алкогольной продукции в местах, не установленных законодательством. В рамках подписанного меморандума стороны намерены усилить работу. Планируют проводить совместные рейды. Мы надеемся, что подписание этого меморандума послужит улучшению взаимоотношений между бизнесом и властью в лице Департамента внутренних дел и, соответственно, уменьшению проблем в рамках этих взаимоотношений, повышению уровня исполнения законов среди субъектов бизнеса и, с другой стороны, снижение административных барьеров и рисков для предпринимателей. Поднимали навстречу проблему незаконных пассажирских перевозок. С начала этого года к ответственности привлекли 13 водителей. По таксистам много проблем, будем работать, у нас совместно будем мероприятия, потому что, да, правильно, здесь ребята, которые переживают, беспокоятся за пассажиров, за себя, так должно быть. В завершении встречи главный полицейский региона поставил перед подчиненными конкретные задачи, над которыми предстоит работать в ближайшее время. В частности, проводить масштабную профилактическую работу с предпринимателями и перевозчиками. Гульнара Кали при содействии пресс-службы Департамента внутренних дел Североказахстанской области.